забываю о тебе. Пусть время унесет все, что между нами было. 12 лет я четко поняла, что я хочу дальше заниматься вокалом, хочу дальше петь. Вот, было различное множество всяких конкурсов, да, через которые я прошла. Вот. И, конечно же, вот в 17 лет я поняла, что все-таки, наверное, надо попробовать дальше петь. И так обстоятельства просто жизненные, наверное, складывались, потому что у меня был выбор, например, пойти учиться там на другую профессию. Каждый артист сможет занять свою нишу. Главное, это, конечно, выпуск материала, конечно, чтобы у тебя происходили какие-то действия, происходили, что ты где-то выступал и так далее. То есть нужно, в общем, крутиться, вертеть. Один раз в неделю этого недостаточно. И, в принципе, два раза в неделю это недостаточно. Человек должен сам еще приходить домой и заниматься, в принципе, хотя бы, чтобы это было три раза в неделю. Но сам собой ты сидишь, прорабатываешь. Собственно, я в детстве так и делала. Я раньше работала в Одинцово, но в другой студии. Вот. И мои прекрасные друзья. То есть у нас так было все связано, что по итогу я попала сюда работать. Мне здесь очень комфортно, прекрасный педагогический состав. В общем, я себя здесь чувствую как дома. Ребята меня тоже поддерживали. Я очень много пробовалась в этот проект. Я не буду говорить, сколько раз, потому что это еще началось, наверное, с детского возраста. Вот. Потому что я еще застала как бы в детском возрасте этот проект, но как-то удача мне никак не разворачивалась, вот, а тут я решила, ну, была не была, пойду еще раз, и все так сложилось, что вот я пришла на слепые прослушивания, ко мне развернулись все наставники, и по итогу я оказалась в финале. Широко расправив крылья, станет все понятно мне, все, что между нами было, я забываю о тебе. Характер бойца, да, что нужно выходить на сцену и чувствовать себя артистом, а не теряться на сцене. В июле, получается, примерно, да, летом тоже, тогда не буду говорить числа, выйдет тоже мой EP, получается, альбом, где три из моих песен – это моего авторства, а еще одна – это подаренная мне песня. В общем, так что, в общем, творческий процесс, творческие планы, все вот это развитие.